Ребята, монетки взять, представляешь, какая фигня? Это прям не очень мне нравится. Да, ракетки очень долго выходят. Вот, конфетка, смотри, красненькая есть. Да, вот смотри. Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Да. Сейчас посмотрим, улучшили ли разработчики игрушку. Интереснее она стала или нет. Ой-ой-ой, нифига, подбили меня. Ну, примерно, ну, конфеты разные стали. А так примерно локация та же самая. Те же самые, эти самые, эти стоят. Монетки. Инопланетяне те же самые. Зайчик этот. Ой, зайчик, зайчик нас убил. А, давайте дальше. Сейчас посмотрим, посмотрим как. Так, карта немножко другая. Что он говорит? Нам предстоит долгий путь, давайте спасать. Чего? Убежал, убежал. А, смотри, у нас тут несколько есть пустошь, есть горы, есть космос. Офигеть, нормально. Поинтереснее было будет. А можно зайти также в гараж и в гараже что-нибудь улучшить. Так, денег. А, денег у нас вообще нет. Так, игровая. А, играя в игры, чтобы найти ключи и выигрывать призы. Хорошо, давай поиграем. Вот эту штучку. Колесо фортуны оставили, такая же, как и в первой части была. Ага, все то же самое. То конфеты у нас не розовые, а голубенькие, а здесь розовые оставили. Ладно, поехали дальше, посмотрим. Поехали в гонку. Также у нас и бензин этот, который заканчивается. Все, отправляемся в путь. Так, что это он тут показывает? Типа, все классно, классно, хорошо. Так, домик какой-то. А ну, вот подпрыгивает он хуже. Смотрите, мы не можем с вами, ребята, монетки взять. Представляешь, какая фигня? Это прям не очень мне нравится. Да, ракетки очень долго выходят. Вот, конфетка, смотри, красненькая есть. Да, вот смотри, чтобы монету... Чтобы монеты забрать, у меня она не подпрыгивает. Машинка фигня какая-то. Может, что-то, конечно, улучшать надо? Я думаю... Но прыгает он хуже, чем в первой серии. Стреляет. Вот же мы тут ничего не прокачали, по идее, по-хорошему. Да. Стреляет, конечно, он медленно. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Все, поехали. И бежим. Нам предлагают посмотреть видео, да? Так, смотри, какой-то монстр здесь был. Так, я его убил. Ой, хорошо. Так, а сверху какие-то бандиты стояли, я так понял. Так, это он мне будет предлагать постоянно, да? Типа, посмотрите видео. Так, бегать он стал намного дольше, намного больше, чем раньше. А, нет. Так же самое. А, расстроился и умер. А, смотри, что у нас получается. Гараж, значит, есть, можно нам купить колеса, давайте попробуем. Повышает прочность автомобиля. Батюшки, матюшки. А как же, чтобы он прыгал-то? Повышает убойную силу. Так, чуть-чуть не хватает. Ну давай это самое, я хочу купить, ну давай купим, ладно, прочность. Ладно, давай, поехали, покупаем колесики, хорошо, и поехали, немножко подкопим, и я куплю вот эту штуку, убойную силу удара. Едем, отправляемся в путь. Тут мы ничего не будем покупать, потому что вообще денег нету. И нам вообще-то, ребята, деньги нужны будут для других вещей. А ну-ка, прыгать стал лучше. Смотри, с новыми колесами? А, нет. Медленно все равно. Не очень хорошо прыгает. Так, ладно. Ой-ой-ой-ой, да я хотел монетки взять. Зачем ты это сделал? Так, да, может быть, это, конечно, в начале так вот все очень печально. Нам за убийство вот этих монстров дают же деньги или нет? Или за пройденное расстояние нам деньги начисляют? Всего лишь 200 монет начислили. О-о-о, ребята, сейчас он умрет. Ой-ой-ой, чё ж такая жизнь-то у него маленькая? Ну, добавили бы побольше жизни. Было бы лучше. Так, зайдем в игровую. Что у нас тут предлагает? Опять поиграть? А, у нас две конфеты есть. Ну, давайте посмотрим, может, денег побольше заработаем. И прокачаем наш автомобильчик.
Что нам дадут? 300 монет. Хорошо. Давайте еще раз. Давайте побольше монет, только не 100. 400. Ой, хорошо. Неплохо. А, давайте отправимся в арсенал, посмотрим. О, смотри, у него оружие можно купить. Ё-моё. Приличная огневая мощь по низкой цене. Лучше, чем с пустыми руками, но слабее всего остального. Нет, здесь лучше сразу накопить, допустим, на 10 тысяч. Один выстрел, много попаданий. Да. Ребятушки, лучше сразу 10 тысяч накопить. А, нет, здесь дальше есть, смотри, за 20 тысяч. Ох, нифига, за 30 тысяч. Вот лук-автомат, офигеть. А что лук-автомат дает? Ладно, давайте попробуем в гараже. Улучшаем тачку. Так, давайте посмотрим. А я хотел бы улучшить... уменьшает время перезарядки. Вот это вообще классная вещь. Или повышает убойную силу удара. Давай убойную силу удара, наверное, повысим. А потом все остальное будем потихонечку добивать. Вот такая машинка у нас будет максимально прокачанная, да? Поехали! Все, мы установили эту штуку. Также прыгает она медленно. Мало, очень невысоко. Ё-моё, давай-давай. Да, стреляет она медленно. Надо все это прокачивать, ребята. Конфетка. Берем. Монетки. Да, все равно он врезается, сколько бы я ни стрелял бы. Тут надо больше монет зарабатывать. Так, зайчика мы убили. О, наши машинки вообще, смотри. Тяжко, 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 ребята. Тяжко, тяжко, тяжко машинки. О, сейчас подлечимся, подлечимся, хорошо. Ё-моё, быстрее подлечивайся. Хороший прыжок был. О, энергия. О, вот это мне нравится. Смотри, я проехал даже... Ух ты, я даже это все здание проехал. Нифига себе. Ёлки-палки, врезался вот. Чуть-чуть проехал, было бы хорошо. Да. Это нам уже не поможет. Так, здесь у нас тоже инопланетяне. О, какой пёс, а. Блин, он меня убил. Ладно, идем дальше. Так, Раптор, лимитированное предложение, 50% скидка за 2 доллара. Угу. Спасибо, не надо. Зайдем в игровую. Давайте. О, можно такой автоматочку играть. Нажимайте на квадраты, чтобы найти бесплатные ускорители. Ой, давай. У тебя только 10 попыток. Нажми. Ух ты, есть. Ага, понятно. Играть. Так, пусто. Есть ракета. Ё-моё. Так, еще одна ракета. И еще одна попытка. Куда нажать? Давай сюда. Пусто. Да. Получи 5 попыток, пожалуйста. А, вот еще где были ракетки. А, ты только что выиграл энергию. Поздравляем. Собрать. Хорошо. Давайте еще в спин поиграем. Так, у нас одна конфетка всего лишь. Ну ладно. Давай, крути. Что нам выпадет? А нам выпадает 100 монет, ребята. 100 монет. Самое минимальное, что можно здесь выиграть. Хорошо. Так, идем в гараж. У нас 1200. Давайте приобретем. Повышает убойную силу ракет, либо уменьшает время перезарядки. Давайте что подешевле. Давайте убойную силу ракеты купим. Да. А потом будем. Ну, что подешевле будем покупать. И потом будем повышать, повышать потихонечку. Все, поехали. Что мы там взяли, повышает убойную силу ракет. Вот ракеты более убойные будут. Так, а ну сейчас проверим. Да, пол жизни оттяпала у инопланетянина. Что я считаю не особо и много. Так, ну у нас проблема в том, что очень долго эти ракеты ставятся. Надо будет повышать скорость еще. Потому что... Много нам не дает шансов. Надо еще улучшать броню. Чтобы машинка наша была более бронестойкая. Так. О, подхилимся сейчас. Получается что, ребята? А получается такая ситуация, что за один выезд мы получаем где-то 200,
Даже почти что 300 монет. Это неплохо. Так, энергия. О, хорошо я проехал этот дом. То бы я там точно бы умер бы. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, как стукнулся-то, а. Есть. Так, а ну вот этого надо было стрелять. Зачем наверх-то стрельнул, алё? Так, подхилимся. А, мы даже так вот можем на машине здесь ездить. Круто. Очень даже круто они сделали. Это улучшение. Ох, не хватает мне мощи, ребята. Так ты зачем туда стреляешь, в банку? Там было стрелять вперед. Давай, очень-очень долго. Ух ты, а там 25 монет. А, я не дотянусь. Ё-моё. Но все равно 400 монеточек неплохо. Вам понравилась игра? Вот одну звезду я вам дам. А, дальше. Что здесь еще дальше интересно? Так, мы ничего не можем купить. Игровая комната, пока не будем идти. Ладно, поехали еще раз съездим, посмотрим. Так, все, на въезд. Так, выезжает наш автомобильчик. Такой вот Mad Day. Ах, не дотянулся. Так, вот эти я заберу монетки, спасибо. Эти тоже. Что у нас получается? Пока 120 монет мы заработали. Конфетка, спасибо. Инопланетяне захватили город. И нам надо ехать на машинке и уничтожать этих инопланетян. И почему-то они нашего друга, осьминога, постоянно забирают себе. Зачем он нам нужен? Вообще не понимаю. А, надо прокачивать скорость атаки. Очень долго. Ой, спасибо, турбо. Как раз турбо здесь мне не помешает. Так, а я попробую монетки собрать. Ай, машинка наша уже измученная. Измученная всеми вот этими инопланетянами. Так, здесь мы... Нет, проехали хорошо. О, подзорвались. Так, захилимся. Есть. Так, пёску надо это убить. Ах, ё-моё. Не успели мы. Очень-очень долго перезарядка идет. Это просто вообще нереально долго. Так, все, давайте возьмем еще автомобильчик наш. О, садимся, едем дальше. Я надеюсь, мы тут максимально побольше заработаем. О, бой с боссом, смотрите, ребята. Да, навряд ли, конечно, я выиграю, но попытаться стоит. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас умрет. Да. Какой мощный босс был, а? Так, поздравляем, у вас рекорд, ребята. Расстояние 200 метров. Ну а что, отправляемся дальше, а у нас закончится бензин. Ну, на этом будем заканчивать серию, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте заходить на канал Duda Play. Всем пока-пока.